Так, а вот, видимо, это шахта. Аккуратно так паркуйся! Ё-моё, чуть не слетел туда, офигеть. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, вы видите на мне шахтерский костюм, а это значит, что сегодня я, ребята, отправлюсь в шахту. Но необычную, ребята, дело в том, что я увидел по новостям, что в деревне жители номер 43 нашли какую-то редкую необычную шахту. Вот, я так, в принципе, понимаю, это она. Ё-моё, офигеть, она глубокая, ребята. Вон туда куда-то завороты, повороты, я так понимаю, ребята, что Гоша тоже сейчас собирается туда. Поэтому я думаю, что вместе с моим дружочком-пирожочком сегодня получится... Знаете, такой интересный ролик, где мы просто, друзья-шахтеры, так сказать, опустимся туда и подобываем интересные ресурсы. Я взял все самое необходимое, то есть это алмазная кирка, ребята, телефончик для связи и, конечно же, фонарик для того, чтобы светить там, подсвечивать и так далее. Гоша сейчас, так понимаю, дома, давайте как-нибудь необычно зайдем, например, через эту дверь. Так, здорово, здорово, дружок, чё? Здорово. Чё? О, чё? Ты меня напугало, конечно, но ты так больше не пугай, не-не-не. Я постараюсь, ты чё дома-то сидишь, ё-моё, ты чё, чувак? Мне не дома сидеть? В смысле, ты чё, не знаю, как ты пропустил это, хотя как бы ты это пропустил? Пустил. Тебя тут шахта прям под домом, в буквальном смысле, в двух блоках. Ты чё? Слушай, я много, конечно, пропускаю, но такую дыру я не пропущу, понимаешь ли. Ну так а в чем тогда проблема? Чё ты не пошел в шахту? Понимаешь ли, я не хочу в неё идти. Почему? В смысле? Ну, отличная же шахта, там, говорят, куча ресурсов полезных. Да не гошинское это дело, лезть в разные дырки, понимаешь ли. Слушай, я тебя не понимаю, на самом деле, реально. Это сказали, что одна из самых крутых находок за последние несколько месяцев в Майнкрафте. Ой, вот. Хорошо, пускай. И ты отказываешься от такого большого, обильного количества ресурсов? Да. Почему? А ну, я даже специально да не важно, приехал... почему, ну не, это все не хочу. Я думал, мы с тобой вместе туда сходим, тыры-пыры, туда-сюда. Я этот, чай пью, вот здесь, знаешь ли, сижу, вот смотри. Пью чай, сербаю по, значит, этому, как-то... Да неважно. Короче, я тогда сам пойду в твою вонючую шахту, если ты не против. Хотя, думаю, вряд ли ты против. Ладно, давай, я, короче, спущусь. Знаете, на самом деле, ребят, с одной стороны, это, конечно, плохо, что Гоша не пошел со мной, потому что я думал, что мы как-то вместе с ним подобываем ресурсы. Но, ребята, с другой стороны, это хорошо, потому что ресурсов мне достанется больше. Так, давайте как-нибудь аккуратно спустимся, ребята. У меня, конечно, хорошее шахтерское снаряжение, да и пока что я в креативе, поэтому давайте как-то смотрите, как мы можем сделать. Вот сюда как-то перепрыгнуть. Нет! Тихо! Фух, нормально, нормально, ребята. Снаряжение. Хорошее, прекрасное, дорогое, ребята. Я как-то его на канале покупал. Можете поискать ролик на канале. Ё-моё, посмотрите, а здесь-то, ребята, реально необычная и огромная шахта. Просто посмотрите, здесь куча вот этих рельс, куча ресурсов, ребята. Это заброшенная шахта, которую, я так понимаю, найти было большой-большой проблемой. Но как таковых ресурсов, ребята, я здесь пока что не вижу. Посмотрите, да, очень много угля, я видел железо. Я так понимаю, здесь еще и спавнеры были, какие-то катакомбы. Здесь бы, на самом деле, легко заблудиться. Давайте, наверное, включу лучше фонарик. Ё-моё, ребята, вот это здесь... Ой, вагонетка, слушай, я хочу посмотреть, что в ней. Посмотрим, есть ли здесь что-то интересное. Но, ребята, знаете, такое, очень бредовые ресурсы. Поэтому давайте, наверное, отсюда вылазить, ребята, и посмотрим, как нам там что на поверхности, как получше сюда спуститься, и начнем добывать все с самого верху. Ё-моё, короче, так, нужно вылазить отсюда, естественно, с помощью креатива, уже там включать выживание, ребята, на самой-самой верхушке, и, так сказать, честным, ребята, не читерским образом добывать новые ресурсы. Подождите, кстати, а я Гошу не вижу дома, где... Где? Подождите. А, он все-таки в шахту, видимо, спустился. Ах, дружок-пирожок. Гоша! Ё-моё, что он там внизу делает? Вылазь оттуда. Так, надо верстак сломать этот. Привет. Здрасте. А ты что там делаешь? А, да это, отойди, да, я вылезу. Давай, это... а что это у тебя тут за проход новый? Проход в подвал. Так, у тебя же вот тут вроде был, а да. Засыпало его засыпало. Да я вижу, а из-за чего? В смысле, что-то я ничего не пойму. У тебя же был тут проход. Ну вот, засыпало. А засыпало, да, чё? Чем засыпало? Чем засыпало? Ну, чем засыпало проход? Какой проход? Вот этот. Мой проход всегда рабочий, ты чё? Ну вот этот проход, его засыпало чем? Какой проход? Нету тут прохода. Ну а вот этот вот тогда что? Этот проход. Куда? Рабочий. Куда проход? Какой проход? Как, короче, чувак, я чё-то ничего не пойму, чё это за проход? Да куда ты полез, эй? Подожди, чё это за ящики, камеры какие-то? Чё это? Какие ящики? Вот эти. Я вообще молчал. Чувак, что ты тут устроил? Ладно, Пиксель, я думал скрыть от тебя, но походу у меня не получится. Ну, общем, видимо, видимо, что это такое? Это мой бункер 2.0. Вот.
но как-то он не особо похож на бункер, он обычный, из дерева. Знаешь, мне все равно, главное, он красивый. А, ну, наверное, подожди. Так, стоп. Не-не-не, стой, я тебе сам все покажу, и ты не заходи сюда. Mm-hmm. Я сделаю, значит, тебе экскурсию. Экскурсион by Гоша. В общем, смотри, расскажу тебе все со своим французским акцентом, потому что я француз, ты знал вообще? Ну, вообще до этого времени нет. Ну вот, теперь знаю, я француз, и, в общем-то, я тебе рассказываю. Здесь, короче, ящики, ну, тупо ящики, ну, просто красиво смотрятся, я не знаю, зачем они здесь. Вот. Я здесь хранить могу яблоки, не яблоки, ну, всякое. Понял, да? Так, чувак, я понял. Ящики-то не особо интересны. Мне интересует, что это за автомобили. Чё ты двери запили мне? В общем, ну смотри, здесь у меня, в общем-то, для понедельника машина, здесь для вторника, для среды, четверг и так далее, я еще не придумал автомобили. Господи, я понял. Так, подожди. Окей, то есть это гараж, а как ты сюда их загнал? Это гараж, ну, а как я их загнал? Вот как занозу ты в палец загоняешь, вот как бы... А выгоняешь ты как? А я еще не пробовал. Господи, так. Окей, господи. Это секрет, значит, торгового центра. Я никогда не понимал, как машины в торговый центр попадают. Так, окей, а... Ё-моё. Чё ой, ты тихо, на медведя не наступи, он это, кусается. Ладно. Но здесь у меня игровая комната, чё? Вот продукты валяются. Ты не пробовал их в холодильник укладывать, друг? Слушай, дружище, знаешь ли, холодильник для слабаков. Да вот. Я уж так и понял. Так, окей, то есть это чисто такая чил-зона. Ну, чил-зона, отдых-зона, чел. А пожелаю, это, да? Подожди, а это что? Это попугайена. Господи, так, окей, господи, пойдем дальше. А это что? Это на самом деле комната игровая. Вот смотри, здесь диванчик, я здесь могу играть, сидеть, в общем-то, да. Вот здесь такая просто... А, типа ну, такая чисто там в PlayStation порубить, да? А вот здесь самое главное. Что здесь это? У меня находится стримерская комната моя. Стримерская комната. Здесь, короче, камеры тоже, ну, компьютер потоповый. Ну, в общем, всякая такая дичка. Так, окей, да. я понял. То есть это... А это зачем еще одно рабочее место? Ага, чтоб второе было. А, ну, два всегда, короче, чем одно. А теперь выносим дверь вот еще одну, да? Так, тут выносим. У нас... А здесь сразу в бассейн, вот так, в бассейн. Ох, а водичка как она там? Я просто прыгать не хочу, мало ли она какая-то радиоактивная. Знаю, какая-то она, а что тут песочка не насыпал? Я не знаю, ну смотри, как интересно бы было. Песочек в бункере, ну топ же, топ, ну. Слушай, мне кажется, сейчас тут бункер повалится, если ты тут песочком будешь сыпать, потому что я его так, знаешь ли, из говна и палок лепил. Так, вот. Ну, окей, я понял. А здесь что? А здесь моя, моя наследка. Чё? Это чё? Это чё? Пандора боксы? Откуда они у тебя? Так куда? Ну, положил на место. Подожди, стой, я хочу их открыть. Подожди, я сейчас тебя открою. Подожди, давай по одному, как раз тут два, давай по одному открою. Это моего прадеда наследство. Прах твоего. Да. Так, давай ты первый развеешь, давай, ставь коробку. Ладно, он хотел, чтобы над морем было. Ставь коробку, открывай, посмотрим, что выпадет. Посмотрим, как твою жизнь прожил. Походу, деду не понравилось, что-то там растет. Походу, это послание с неба какое-то. Так, слушай, я хочу еще одну. Там эта надпись не вырисовывается. Не-не, все нормально, ты какой-то дом. Подожди, а это что? Опыт, ё-моё, чувак. Курицы пошли. А это кто, бабушка, что ли? Почему курица? Так, чувак, давай еще по одному. Давай. Давай сразу два. В одном месте, чувак, это проблема, я считаю. Ой, чё? Ой, чё-то, походу, точно. Это ещё прадед, походу. Подожди. Так, а ты чё? Ой, конячки. Это овечки, чувак, какие конячки? Этот стол был... Да вон конь. Какой конь? Ну, вон упал конь. Не знаю, это овечки вроде бы. У меня шерсть просто подропалась. Давай еще по третьему, только подожди. Давай сначала я... Стой, не открывай. Сначала давай. Я открою, посмотрим, чем не выпадет. Так, ну это ужасный какой-то Пандора бокс. Давай рядом открывай. Открывай рядом сразу же. Давай! Ну, давай! Открыл. Посмотрим, что оно там сейчас выпадет. Давай. Чё это? Уголь? Оно все зачарованное. Эбанет, какой-то... Чё-то на английском всё? Что? Я не знаю, что это. Слушай, ну на самом деле, знаешь, неплохо. Только я на самом деле до сих пор не понял, зачем тебе этот бункер? Типа... Так, чтобы был красивый, знаешь ли, мне нравится такое. Ну, хорошо, что у него такие прикольные пандора-боксы были, на самом деле. Ну, хорошо, да. Хорошо, что хорошо, я тоже так считаю. Главное, что дедушке понравилось, всё.
Я думаю, что он был не против. Ладно, Гоша, я, короче, погнал тут домой, с шахтой тут тогда сам разберешься. Я уже тогда не буду ничего добывать. Давай. Пока, пока, пока. Я щучкой туда вот сейчас. Давай. Давай. В общем-то, ребята, я на этом ролик заканчиваю. Вот такой вот он позитивный получился. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, которые на моем канале выходят каждый день в 17:00 по московскому времени. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, ребят, и пока-пока-пока.